Здравствуйте, меня зовут Людмила. Я приехала из Москвы, мы путешествуем с мужем по Узбекистану. Тур выбрали специально в хорошее время, апрель-май, чтобы не было жары. Собирались в Узбекистан уже очень давно. Поводом послужила выставка Савицкого, которая приехала первый раз в Москву за 50 лет. Эта выставка была в Пушкинском музее. 9 мая мы ее посмотрели. За целый год сформировали свои пожелания и приехали к вам в Узбекистан. Начали с севера Узбекистана, Ургенч, Хива, Нукус, Бухара, Самарканд. Приехали вечером, заселились, а утром вышли и пошли по Хиве. И там как вот декорации к фильму. Там нет машин, нет шума, пешеходный вот этот вот город исторический. И мы просто много где были уже в мире. Но такой аутентичная такая культура сохранено, там сохранено. Нет асфальта, нету, вот даже если где реставрация, она сделана полностью, вот воссоздана. Вопрос, ехать или не ехать в Узбекистан туристам тут не стоит. Конечно, ехать, потому что страна красивая, страна древняя, потому что города ровесники Рима, а может даже еще и старше. Здесь надо смотреть все города. Потому что приехал, вот посмотрел один Самарканд, надо смотреть все города, они все разные. Я бы еще осталась бы из Нукуса пару дней юртовый лагерь на Аральское море. Но в целом, конечно, у нас положительные такие впечатления. Хочется возвращаться сюда, такая страна как бы интересная. Но главное богатство, наверное, Узбекистана это не архитектура, природа, климат. Главное богатство – люди, потому что гостеприимство Узбекистана, маленькая эта деревня или это столица Ташкент, люди встречают, конечно же, очень хорошо. И мы, тур у нас такой был по нашим пожеланиям, и все, что мы хотели, а может даже и больше, нам показали. И если будет возможность, приедем в Узбекистан еще.